пожалуйста, что здесь сегодня происходит? В этом кабинете у нас проходит семинар детского технического творчества. Юные аэромоделисты Чувашии, авиамоделисты, судомоделисты и робототехники обмениваются. Робототехники недавно начали заниматься? Робототехники, они совсем юные еще. Они первый, второй класс, они там постигают основу. А как долго этим существует? И они приехали сюда для того, чтобы собрала в последнее время? Ликующих болельщиков. А что в будущем соберешь? Следующий проект. Я хочу собрать робота. Маленького? Большого. Я буду собирать самый большой вертолет, который будет летать куда захочет.